Для выполнения заданий ребятам нужно было пройти по станциям. На станции знатоки правил дорожного движения, они решали тест на знание правил. Задания были составлены из вопросов для водителей категории А и Б. На следующей станции участники отвечали на вопросы по оказанию первой доврачебной помощи и выполняли практическое задание. Еще одна станция – велоэстафета «Трасса». Состояла она из 4 этапов и включала в себя преодоление препятствий и проезд прямого участка на велосипеде. Кроме того, ребятам нужно было показать свои навыки в строевой подготовке. А наибольший интерес как у участников, так и у болельщиков вызвало фигурное вождение велосипеда. Здесь школьники продемонстрировали все мастерство и преодолели такие препятствия, как змейка, коридор, доска, перевоз предмета и восьмерка.